Доброй традицией харьковского рыболовного спорта является проведение самого первого весеннего турнира в окрестностях города Чугуев, на месте, которое всем известно, называется оно урочище Фигуровка. История соревнований насчитывает уже, если я не ошибаюсь, 7 лет. Это 8-я Фигуровка. И каждый раз эти соревнования интригуют участников своей сложностью, своей, так сказать, накалом борьбы. И без преувеличения можно сказать, что Фигуровка очень ценится командным духом. Очень интересна Фигуровка, конечно, в плане того, какая рыба попадается участникам. Нужно сказать, что ее, конечно, прежде всего немного. И основной целью многих спортсменов является поимка хотя бы одной рыбы за тур. Но при этом, так как река дикая, возможны самые невероятные сюрпризы в виде поимки очень крупной щуки. Я не ошибусь, если скажу, что на моей памяти самый крупный трофей на всех харьковских соревнованиях — это щука около 4 килограмм, пойман именно здесь. Также регулярно влетают щуки по 1,5-2,5 килограмма. Параллельно с этим почти каждая Фигуровка приносит сюрпризы в виде поимки головлей. Рыба совершенно, так сказать, нетрадиционная для спортивных соревнований, но тем не менее многим участникам, многим счастливчикам, вернее сказать, удается сделать результат на Фигуровке именно на этой рыбе. Причем головль попадается вполне, можно сказать, трофейный, в районе килограмма и выше. Вот. Основная рыба, конечно же, это окунь и щука. Окуня достаточное количество в этих местах, но он очень привередлив и очень, так сказать, предъявляет высокие требования к уровню спортсмена, к уровню снасти и владения современными способами спиннинговой ловли. То же самое можно и сказать о щуке. Она присутствует, причем в одной из зон, все знают, это зона С, она присутствует в достаточном количестве, но периодически, каждый год она ставит перед рыболовами все новые и новые сложные задачи. Показательно и то, что все три зоны А, Б и С соревнований отличаются друг от друга и, собственно, предлагают спортсменам разные условия для ловли. Если зона А — это в основном лесистая, так сказать, лесистый участок берега, закрытый от ветра, с многочисленными участками камыша, с большими, опять же, площадями с медленным течением. В основном здесь ловится окунь и изредка щука. Предполагает ловлю в основном на самые маленькие веса, скажем, или лайтовые снасти. Зона Б отличается от зоны А. Это практически открытое место, здесь всегда ветрено. Называется она луг. Вот. И, в общем-то, она предполагает уже использование, в том числе и более тяжелых снастей. Именно эта зона регулярно приносит в качестве трофеев разнообразные сюрпризы. Это, как я уже упоминал, и поимки головлей, и судаков разного размера. Также бывает, спортсмены попадают на стаю крупного окуня, включая экземпляры по 500-600 грамм. И здесь уже ставку можно сделать и как на ловлю на ультралайтовые снасти, так и использование лайтов и более крупных приманок. Вот. Здесь же встречается и достаточно крупная щука, на поимку которой также можно рассчитывать. Зона С — это третий вариант, в общем-то, который предлагает нам участок соревнований. Он отличается от зоны А и зоны Б. Это так называемая труба. В основном это длинный камышовый прогон, заросший камышом с двух сторон, корыто с медленным течением. В общем-то, всем понятно, что это место, которое облюбовывает прежде всего щука. Именно на этих участках спортсмены делают максимальную ставку на ловлю щуки. И именно там влетают самые трофейные экземпляры. В частности, эта щука, о которой я говорил, была поймана именно на этом участке. Вот. И с окунем здесь чуть слабее. Поэтому в основном спортсмены в зоне С ориентируются на ловлю на лайтовые снасти и даже иногда переходят в более тяжелый класс, рассчитывая на поимку именно щуки. Фигуровка — прежде всего командные соревнования. Здесь очень трудно работать на личный результат.
И он очень трудно прогнозируем, потому что рыба, в частности, трофейная попадается, и вообще можно остаться без поклевок за тур. Но показать результаты в команде при должной подготовке, при должной организации, при взаимопонимании вполне возможно. Поэтому я считаю, что фигуровка – это одно из самых серьезных проверок на командную работу, как бы, и спортсменам, которые стремятся повышать свой уровень работы в команде, свой уровень работы с информацией. И, конечно же, фигуровка является одним из лучших полигонов. Я тут черного дрючил. Будет пробивка зоны 3-4-дюймовыми приманками, и добивка зоны будет идти воблерами типа рудры, палисонга и всем остальным. Она ушла на дальний кордон. Некоторые умелые спортсмены и в таких сложных условиях достигают потрясающих результатов. Феноменальный результат достигнут целенаправленно, вот, цинично и жестоко.
разыграны вейдеры, которые позволяют заходить в воду таки на полную высоту рыбацких сапог. Вот. Пробит мелячок, который никем не был обловлен. И там было вот это вот счастье весом 168 грамм. С точечки было взято несколько окуней. Ловля самыми маленькими весами, то есть самая маленькая приманочка и самый маленький вес. Больше всего работает, конечно же, фиштейл на 2 граммах, а то и на 1 грамме, с большими паузами. Даже не ожидал. Был 1,5 грамма. Смотрю, липнет ко дну, к травке. Ставлю грамм и кидаю только протяжечки. Пум, иди сюда. Мое лоховство в данном случае заключается в том, что она тюкнула. А я думал, что это окунь, начал отдавать на поклевку. Отдавал. Ну, думаю, пора. И ты там щука.